Детский сад «Елочка», который открылся в деревне Мисайлово в октябре прошлого года, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, готовится к Дню защитника Отечества, что называется, по всем фронтам. На старт! Внимание! В культурном зале проходят веселые эстафеты, посвященные празднику. Здесь ребята не только соревнуются в скорости и ловкости, но и танцуют, читают стихи и даже поют. В группах дошколята мастерят своими руками подарки для защитников Отечества. Ты кому приготовила открытку? Саша. Кто такой Саша? Это мамин друг. К примеру, воспитанники 11-й группы «Улыбка» сделали вот такие аппликации с корабликом. Тренировались с ними, складывали кораблики, учились. Вот сегодня они это сделали, приклеили флажки, чаек. Вот это будет их подарок папам. Педагоги очень стараются, чтобы этот праздник запомнился детям и был интересен нашим родителям. Для этого мы снимаем видео, какие-то ролики, стараемся в соцсетях извещать наших родителей о том, что происходит в нашем детском саду. Параллельно в компьютерном классе проходит занятие для старшей группы, где ребята отгадывают загадки и в игровой форме узнают, какими качествами обладают защитники Родины. Это праздник всех мужчин, всех бабушек, всех мальчиков, всех пап. А каким должен быть настоящий защитник Отечества? Храбрым, сильным, смелым, высоким, танкисты сильные, моряки. А ты можешь быть настоящим защитником? Да. Всего нашего женского коллектива поздравить наших мужчин и родителей с этим замечательным праздником, важным для нас. И хотим, чтобы наши защитники оставались добрыми, мужественными, смелыми и были надежной опорой своим семьям. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям. С наступающим праздником, дорогие защитники! Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. «Видное ТВ».